так выглядит после попадания Хаммерса. Расположение. Лепестки валяются, дальше не пойду. Короче, вот что осталось нашей располагой. Уничтожено все. Вот там дальше не пойду, потому что там пулеметчики сидят укроповские. Там дальше склад с техникой сгоревший. Ну вот так вот, видите, чего просили помощи для ребят. Все уничтожено. Прямое попадание Хаммерсом. Там с той стороны возгорание, где оружие хранилось. Было, не пойду. Потому что и так заскочил сюда почти ползком. С этого ракурса сниму. Вот видите. Один Хаммерс, двухэтажного здания нету. Подвал заваленный. Когда раскапывать, не знаю. Вот. Вот в таком хаосе мы не можем достать трех своих товарищей. Где-то здесь завалило их. Так вот. Выглядит все. Видите, конкретно. Такие перегородки. Все упало, и три товарища наших где-то погребены под этими завалами.